сегодняшнего дня начинается мой отдых в отеле «Сфинкс». «Сфинкс» – резорт в Хургаде, 5 звезд. Вот такой номер, довольно-таки нестандартной планировки. С балконом. Весь набор и чайный, вода, и большие кровати, зеркала. И здесь, конечно же, хорошая сантехника. Все нормально. Душевая кабина. Прекрасно. Балкон. Вот там шумит море. Далее. В отеле «Сфинкс» очень причудливая мебель. Вот такие кресла, как будто бы напоминают троны фараонов египетских. И везде вот круг, символ солнца, которому поклонялись древние египтяне. Богу Ра, солнце. Орнамент на кроватях. Такой вечная жизнь. Минандр. Интересно, даже такая рукоятка. Как печать фараона. На территории отеля «Сфинкс» вот такая вот аллея царей египетских. По обе стороны. Ресторан. А ресторан в отеле «Кинг Тут». Такие обожествленные существа древними египтянами. Прекрасный вечер сегодня, теплый, пальмы недвижные на черном небе, там вдали море. Вот мы смотрим по направлению к морю. Это наш отель «Сфинкс».
Я на четвертом этаже. Оформление стены внешней, стены нашего отеля. Вот тут Тутанхамон и царица Нефертари. По сырой штукатурке такая резьба. И на противоположной стороне тоже. Иероглифы и изображение царицы. Это праздник Рамадан в Египте. Вот такие атрибуты этого праздника. Символы изобилия. Пуфики, столики с подносами. Наш ресторан, вид на тыльную сторону отеля Сфинкс. Вот там море. Ой, какое прекрасное время, какой прекрасный отель. Колонны украшенные иероглифами, потолок украшенный иероглифами. Все в таком египетском стиле. Все отвечает своему названию. Кинг Тут. Прекрасная кухня, прекрасные ритуалы и праздники. Рамадан был вчера. Это вечернее блюдо. Блюдо вечера. Фирменное блюдо от шеф-повара. Рыба. Как она называется, не знаю, очень вкусная. Спасибо. Арабская одежда.